Площадь Ленина станет меньше. Сюда решили перенести остановку, которая сейчас расположена перед перекрестком на Громобое. Тем самым планируют увеличить пропускную способность на этом участке дороги. Специальный заездной карман уже обозначен. Скоро начнется монтаж остановочного павильона. С работами планируют закончить 15 июля. Изменения в схеме движения общественного транспорта не планируются. Отодвинули от перекрестка остановку на Карла Маркса. Такая же участь ожидает остановочные павильоны на улице Парижской коммуны и Кузнецова. Посмотрели, посчитали то, что если перенесем остановку на площадь Ленина, интенсивность и проходимость этого перекрестка будет улучшена. Поэтому решили перенести ее туда. То же самое сейчас сделали по улице Карла Маркса перед проспектом Ленина. Остановка была практически перед самым перекрестком, перед пешеходным переходом. То же самое было неудобство и для троллейбусов, которые с левым поворотом уходили на проспект Ленина. Были трудности пересекать вот эти две полосы. Вот, то же самое сейчас мы ее, и в данном случае мы тянули ее немножко назад, в сторону пограничного переулка.